Когда принимался, очень просто, я же не буду там настаивать на каких-то вещах, вот в разговоре, когда там договор подписывали, все, режиссер, она, режиссер, мне говорит, знаете, вот там ткацкая фабрика, вот мне еще одна песня нужна, вот типа подмосковный городок, либо желтый бредок, вот еще одну песню. Вот да с кем я говорю? Вы же бард, вы же на заказ не умеете. Ну что, я говорю, ну почему не умею? Умею, но я не профессионал, я на заказ пишу долго. Через 3 месяца я позвонил, сказал, что я написал такую песню. А, ну да, очень интересно, вы можете прислать по почте? Нет, я говорю, вот нужно лично встретиться, я спою, а потом подойдет, можно будет записать, мне не подойдет, нужно. Не надо записывать лишнее. Телодвижения какие-то. Вот. И, ну, перезвоните мне, там, скажем, в понедельник. То не в понедельник, не в пятницу, не еще, не в следующий понедельник, никто трубку не взял, и я больше звонить просто не стал. Ну, песенка есть, я спою сейчас. Я просто понял 2 вещи, когда так, ну, нужно вжиться, понять. Сценарий я не видел, никто ничего не показывал. Я думал, что они его клепали по ходу съемок. Что все так. И я просто подумал, что, ну, шиповник от мужского лица, знаете, должна быть женская песенка. Это раз, то, что я подумал. Следующее ограничение, которое я себе поставил, никакой ткацкой фабрики. Просто, ни в коем случае. Вот. Вот получилась такая женская песенка, которую создатели фильма не слышали. Некоторое количество моих друзей бедные посмотрели фильм, зная, что... А, и что на финальных титрах, и на финальных титрах значилось композитор Юрий Лорос. Очень забавно. Человек без музыкального образования, композитор. И эти все аранжировки писал не я, это кто-то там. То есть эту музыку из шиповника сделанную. Значит, вот такая женская песенка. Тоненькой накидочкой не согреется, привяжу я ниточкой сердце к сердцу. А если мы расстанемся, вдруг придется, ниточка натянется, не порвется. А как нелегко, помилуй Бог, всякий раз распутывать клубок из твоих дорог, из моих тревог, подводить итог. Всякий раз распутывать клубок, только ты выходишь за порог. Снова узелок, снова узелок, снова узелок. Запертой калиточки нет суровей. Потяни за ниточку, я открою. И не нужно ничего в оправдание. Ниточка за ниточкой станут тканью. А как нелегко, помилуй Бог, всякий раз распутывать клубок из твоих дорог, из моих тревог, подводить итог. Всякий раз распутывать клубок, только ты выходишь за порог. Снова узелок, снова узелок, снова узелок. Привязала ниточкой сердце к сердцу, значит, половиночка никуда не денется. Долго эта ниточка будет виться, ведь конца у ниточки не придавить.